Всем привет! Сегодня я вам хочу показать такой маленький лайфхак, как сделать вот такой бантик на мишке. Этот бантик у меня пристегивается на пуговичку. В общем, вяжется он очень просто. Вяжем прямоугольник, ну, примерно вот такого размера. Это где-то, получается, 5 на 3 размера. Вяжем прямоугольник. Вот, потом просто наматываем ниточку посерединке. Вот так вот. От кончика этой намотки я сделала вот такую из воздушных петель цепочку. На крае цепочки я сделала вот такую петельку для пуговички, пришила пуговичку. И таким принципом я одеваю мишке бантик. Застегиваем бантик на пуговичку. Раньше я делала бантики как брошки, сосновой брошки. Вот. Вот такой вот бантик мистер Мишка получается. Вот.